В Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области прошло заседание областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей на 2013 год. Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости в этом году планируется охватить не менее 212 тысяч детей и направить на эти цели из областного и федерального бюджетов более 619 миллионов рублей. Сироты, дети, находящиеся в социально опасном положении, опекаемые и дети ветеранов и участников боевых действий, всего 5372 ребенка смогут бесплатно отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях. Компенсацию из областного бюджета в размере 90% стоимости путевки получат более 8,5 тысяч детей и работников бюджетной сферы. По решению комиссии 50% стоимости путевки будет компенсировано для 3 тысяч детей и работников небюджетной сферы. В плане оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей возросли некоторые показатели по сравнению с предыдущими годами. В первую очередь практически на треть увеличен охват детей санаторным оздоровлением в санаторных учреждениях, санаторных лагерях и санаториях Омской области. Это за последние годы большой прорыв, потому что мы не имели раньше возможности так вот массово привлечь детей на отдых в санатории.